Привет, друзья! Сегодня покажу, как работать с СИП-кегомойкой. У нас тут такая вариант совмещенный. Она же СИП-мойка, она же кегомойка. Вот у нас есть кеги. Первым делом меры безопасности, конечно, очки. Самое главное, очки. И перчатки. Без них никуда, ни зачем, ни почему. Это точно. Вот такой вот клещ, клеща. И первым делом, что нам надо, это стравить давление с нашего кега. Потому что он находится под давлением, и ни в коем случае нельзя отвинчивать фитинг под давлением, потому что может выстрелить так, что вынесет все мозги нахрен. Вот так вот одеваем трубочку в канализацию. Вот так. Все, давление у нас сброшено. И потом применяем вот такой ключик. Специальный. Достаем фитинг. И закидываем его в дезинфицирующий раствор. Оно у нас здесь откисает, обеззараживается, а мы подготавливаем нашу СИП-мойку. Это у нас водяной бак, то есть водяная головка, она промывает просто первоначально водой. Это бак с горячей щелочью. Вот она, щелочь. LD-105 использую, фирмы Axin. Вот. И это бак для надуксусной кислоты. Вот она, надуксусная кислота. Ну-ка. Щелочь выливаем сразу. И надуксусную в свой бак выливаем. Ни в коем случае нельзя. Это очень важно, чтобы они смешивались. Потому что это щелочь, это кислота. Происходит реакция с выделением хлора. Очень опасно. Очень внимательно за всем этим надо следить. Самое главное, надо работать в вентилируемом помещении, чтобы была вентиляция очень сильная, очень хорошая, не меньше 8-кратного объема. Бак щелочи у нас нагрет до 78 градусов. Ну все, в принципе, можем начинать. А, да, как рассчитывать пропорции. Щелочь нужна нам в пропорции где-то 1,5%. А надуксусная кислота в пропорции 0,3-0,5%. У меня есть простенькая программка. Если кто в теме пивоварения, наверное же видели канал инквизиторов. У них есть такая программка, для них ребята сделали умные. Вот. Очень простенькая, но весьма полезная. Позволяет быстренько рассчитать нужную пропорцию. Вот такая программка есть. Мы ее запускаем. Необходимый объем. У нас бак на 80 литров. Это, то есть получается 80 тысяч миллилитров. Концентрация надуксусной кислоты нам нужна 0,5%. Чтобы уже наверняка, а исходная концентрация, будем считать, это 100%. Рассчитываем, получается 400 миллилитров нам надо залить на наш бак. Почти пол-литра нам надо на 80 литров нашего бака. Ну,
очень простенькая и в то же время очень полезная программа. Для домашников просто вот идеально. То есть, если купили перекись водорода 36%, тоже можно забить там на 10 литров, например. Забили 10 литров. Какую концентрацию вы хотите? 6%, 3%. Для обычной промывки надо 3%. Для более усиленной, если какую-то споровую форму жизни убить, там надо. Значит, от 6, там 8% даже можно сделать. Оно быстрее все обеззаразится. Все залили. Теперь можем мы мыть наш кек. Давайте заглянем, что там внутри. Вон там видно всякую грязь, остатки дрожжей, налипших. Сейчас это все будем мыть. Первым делом промываем наш кек водой. Берем и насаживаем наш кек на водяную шишку. Включаем подачу воды, и она моется у нас водой. Выключили. И одеваем на наш следующий бак с горячей щелочью. Включаем подачу. И подачу после насоса на моющую головку. Включаем наш насосик. Тепленькая прошла. Все это моется в течение там 5-10 минут, прожаривается, промывается, размягчается, удаляется. Очень горяченький. Я думаю, там все будет очень чистенько. Оно еще, этот хлор с эффектом дезинфекции идет. То есть, по сути, получается мойка с легкой дезинфекцией, а потом финальная уже дезинфекция у нас пойдет над уксусной кислотой. Минут 10 прошло. Прочистили, продезинфицировали хлором, температурой. Ну и хватит. Теперь это все промываем чистенькой водичкой. Охлаждаем кек, промываем от остатков щелочи. Ну и после промывки водой идет у нас финальная промывка над уксусной кислотой. Друзья, разломали специально одноразовую кегу, она прозрачная, чтобы показать, как работает ротационная головка. Щелочью горячей не будем пробовать, потому что она сплавится к чертовой матери. А на уксусную посмотрим. Вот так она под напором прямо вымывает все закоулки в кеге. Вот. Очень классная штука. Кстати, а как же глянуть, что там у нас внутри? Хорошо промылась, прочистилась? Ну, не знаю, видно вам, не видно. Ну, отсюда идеально, все чисто, блестит, никаких остатков там нету. Финальная дезинфекция тоже минут 10. И будем его закрывать. Теперь снимаем отсюда, переставляем сюда. Здесь будет подача углекислого газа. Такая приспособа небольшая. Такой с манометром краник. С
снимаем наш бак очищенный. И перед тем, как одеть фитинг, наливаем туда надуксусную кислоту. Наливай нам! Хотя бы несколько литров. И потом только одеваем фитинг. Это надо для того, чтобы фитинги у нас снаружи все продезинфицированы, а внутри, где пружина и клапан, там остается пиво и остается инфекция. И нам надо сейчас накачать наш кек давлением и потом промыть надуксусной кислотой, промыть внутри весь клапан, чтобы там тоже ничего не оставалось. Чуть-чуть поддавливаем, без фанатизма. Теперь можно одевать наши клещи. Подключаем к нашему баллону газовому и включаем, накачиваем давление. И промываем всю эту надуксусную кислоту. Всю ту, что мы набрали в кек, выдавливаем через фитинг, через наш клапан, вымывая тем самым его. Вот и все. Кега у нас теперь вымыта, продезинфицирована, промыта во всех местах, промыт клапан фитинга. Теперь просто накачиваем его давлением. Вот и все. Насчет остатков дезинфекции не беспокойтесь, это идеальная дезинфекция для пищевых производств. То есть перекись водорода и надуксусная кислота распадается до обычной воды и уксуса. Буквально через пару часов. Там уже останется буквально пара капель воды и с немного уксусным запахом. Так как надуксусная кислота здесь в концентрации 0,5%, то есть, ну, сами видели, 400 грамм на 80 литров, там абсолютно не критично, легкий запах уксуса есть, вот, для такого объема не вызовет никаких побочных вкусов и запахов. Ну, зато у нас есть гарантия, что все будет идеально. Это точно. Ну, все, пока. Поделился с вами еще одним этапом пивоварения. Кто работает с кегами, тому будет интересно. Кто планирует работать с кегом, тоже будет интересно. Вот. Не всегда же в бутылках. Ну, в бутылках тоже интересно. Ну, и в кегах интересно объемами. Все, пока.